Они служат не только Родине, но и искусству. Сегодня день военно-оркестровой службы Вооруженных сил России. Как проходят будни военных музыкантов Чувашии, узнала наша съемочная группа. Оркестр «Волжские берега» – единственный военный коллектив не только в городе Чебоксары, но и во всей Чувашской республике. Четкий ритм, отточенность движений, безупречное владение музыкальным инструментом. Все это и не только должен уметь военный музыкант. Не каждый хороший музыкант может стать военным музыкантом. Это требует отмены физического здоровья. Ведь мы, как и все военные, сдаем строевую подготовку, огневую, физическую. Годовщина образования военно-оркестровой службы традиционно отмечается 19 февраля. В этот день более 300 лет назад Петр I подписал указ о введении военных оркестров в штаты кавалерийских и пехотных полков. Сегодня без военного оркестра не обходится ни одно торжественное мероприятие. Коллектив активно готовится к празднованию 75-летия Победы. Музыканты дважды в неделю занимаются со взводом барабанщиков Чебоксарской кадетской школы имени Архипова. Ребята обучают всему, от правильной постановки палочек в руке до сложных ритмических рисунков. Юные барабанщики примут участие в парадном шествии 9 мая. Я барабанами честно начал заниматься в этом полугодии. Я каждый день готовлюсь дома, слушаю разные мелодии с барабанами. И с каждым разом у меня получается все лучше и лучше играть на барабанах. Парад мы хотим закончить наилучшим результатом. Хотим доказать всем то, что кадетская школа может не только хорошо шагать, но и играть на барабанах. Чтобы понравилось не только нашим родным, но и всем ветеранам. Валерия Друженец, Валерий Резюков, Республика.